700 килограммов корма для бездомных животных собрали на международном турнире IPFC во Владивостоке. За звание чемпионов на мероприятии сражались бойцы России и Китая. А турнир посвятили 78-й годовщине победы и помощи бездомным животным. Для собак и кошек горожане и гости дальневосточной столицы несли корм. А те, кто узнал об акции впервые, спешили опустить в копилку финансовую помощь. В рамках проекта «Животные города В», в рамках городского проекта, мы проводим уже третью крупную акцию по сбору корма для животных. На самом деле собрали уже очень много очень вкусных кормов для бездомных животных, которые будут со временем перераспределены для тех, кто в этом нуждается. Хотим поблагодарить отдельно всех участников этого мероприятия и крупные компании, которые предоставили нам достаточно большое количество корма. И, конечно, отдельное спасибо зрителям, которые приходят и с пустыми руками. Должна отметить, что очень много молодых ребят, которые с удовольствием несут корм. Волонтеры отмечают, что за время проведения акций, а это стало уже третьей, и в целом благодаря реализации проекта «Животные города В» удалось помочь обрести любящих хозяев десяткам животных, обеспечить содержание тех, кто еще остается под опекой, а также начать менять отношение людей к данному вопросу. Организатор турнира, депутат Думы города Олеся Корсак, добавила, что подобные акции с каждым разом набирают все больше и больше популярности, и это не может не радовать. Я собачник, у меня всю жизнь были собаки, и сейчас не исключение. У меня уже есть потеряшка, которая живет у меня дома, и лабрадор, и маленький двортерьер. И вот этот Тим, на мой взгляд, очень замечательный парень. Как бы посмотрите, какие у него грустные глаза. Добрые я убежден, что у него должен найтись друг. Если по итогам этого мероприятия такой друг у этого парня найдется, я убежден, что мы должны с ним встретиться и, какое-нибудь совместное мероприятие провести. От меня подарок. Ребята, посмотрите, какой замечательный парень. Я убежден, что не только сегодняшний корм, который мы собрали, но и вот там таких замечательных ребят надо точно разбирать. Он будет чьим-то другом. Ребят, посмотрите на эти глаза. Кстати, на мероприятии не только собирали корм для животных, но и знакомили гостей с подопечными фондов города – собаками и котами. Одним из них был пес Тим.